И раз, два, три, раз, два, три. Занятия именно самыми маленькими, от 3 лет, они в игровой форме проводятся. Так, которые уже постарше, 7, 8, 9, 10, до 10 лет я преподаю, они уже более на физическую подготовку, ну, на спорт. Они начинают с самого маленького, начинают с 2 танцев. Медленный вальс и ча-ча – это 2 основных танца. Вообще у нас есть программа из 10 танцев. Все они включают европейскую, латиноамериканскую программу. И по всем этим 10 танцам ведется подготовка. Раз, два, три, ча-ча, раз, два, три. Мы с парой с одной ездили на чемпионат России в Москву. Вошли в серединку, так сказать. Так, на крае город побеждали неоднократно, и на крае попадаем в финалы. Свои соревнования мы проводили внутриклубные. Сейчас у нас достаточное количество ребятишек одного возраста, от 3, ну, в среднем от 5 до 7. Вот, и для них мы проводили соревнования. Там же на соревнованиях мы подарили им дневники танцора, на которых каждое занятие ставим теперь им оценки. За оценки они теперь борются. Кто-то хочет всегда больше, потому что оценки потом поощряются призами от нашего клуба. А давайте вы поделаете упражнение. Да. Тебя кто на танцы привел или ты сама захотела? Ну, я сама захотела. Это мое любимое занятие, я дома тренируюсь. Когда один работаю без напарника, очень удобно поставить ребенка, который у меня занимается уже, допустим, 3-й год, с группой, где занимается все 2-й. И он показывает, он для них, так скажем, авторитет. И все его смотрят на него, слушают, и я уже там поправляю кого-то. Ребят! Максим, вставай. Вставай. Встали. Ручки в стороны открыли. Вытянулись наверх. Продолжаем делать упражнения. Вперед. Назад. Делаем. Вперед. Скажи, пожалуйста, как тебе в роли тренера? Вот ты сейчас показывал движение своим ребятам. Легко, но когда они успокаивают, это сложно делается. Говорят и не слушаются. Какой твой любимый танец? Самба. Потому что он, легкий. У нас летние, зимние сборы бывают. Проводили мы последний раз летний, к сожалению, в этом году зимний у нас не получилось провести. Мы проводим их в лагере. Детские лагеря оздоровительные. Мы собираем всех наших ребятишек в целый отряд по 30-35 человек. И каждодневные тренировки по 2 раза в день. Вот, и очень круто это все получается. Первый раз мы пришли на пробное занятие, где нас увидел Роман Сергеевич и пригласил попробовать нас в бальных танцах. Нам это очень понравилось. После этого мы остались. Мы практически выступаем на всех городских соревнованиях. То есть в Красноярске также выезжали за город. Это Зеленогорск, Ачинск, Кемерово. Танцы, они очень сильно помогают, развивают речь, память, мышление.